recording, and now I am launching the stream. So please do not start right now. Somehow the stream does not work for the first time. I see such a screen. Okay, then we will just have it. Анатолий, есть идея, почему у меня, я же вроде организатор, почему-то стрим не запускается? Странно. Вчера работал, сегодня перестал. Что пишет? Пишет. А сейчас напишу тебе, что пишет. Что-то странненькое. Ладно, хорошо. Нет, так нет. Хорошо. Ладно, тогда мы начинаем. Итак, мы в рамках курса «Напевный санскрит с Ушей Санкой» сегодня проведем бесплатное занятие, посвященное санскритскому алфавиту. Такое занятие бывает раз в году. И начиная со следующего воскресенья, то есть 17 сентября 2023 года в 10 утра, мы начинаем воспевание имен Шани. Это будет длиться 12 занятий. Вот. И это занятие является как бы предварительным перед всеми занятиями этого сезона, этого учебного года. 23-24. Катюш, прошу отключать у всех микрофоны, которым, в общем, они не нужны. Да. Хорошо. Итак, значит, я надеюсь, что вы уже знаете, что такое общество ревнителей санскрита. Мы уже 18 лет занимаемся тем, чтобы степень деванагаризации в стране достигла, значит, минимальные показатели хотя бы в 5%, но пока еще, значит, не преуспели в этом. Итак, значит, я вам представляю кандидата филологических наук Ушу, которая проживает в городе Тирупати, окончила Тирупатский университет, она специально туда переехала, чтобы обучаться там. Вот они изначально там не жили. И, собственно, единственное, чем она занимается, она преподает санскрит. А, собственно, вот мы сегодня его услышим и узрим. Usha, I am open for your Varnamala or whatever comes before it. Hello, Namaste. Let's begin with Varnamala recitation. So these are the Devanagari letters. I hope after the exhibition everybody is comfortable with the letters. Most of them are not even aware about it, so still only some have been there. For example, only a few have been there. So let me give you the Latin letters. Okay, let me begin. Ka kha ga gha
Before the Varnamala actually starts rolling, will there be a Mangala Shloka? Okay, Mangala Shloka, we have been like lately introducing, so fine, sure. Для того, чтобы наше погружение, прикосновение к санскритскому алфавиту прошло благополучно, нужен зачин. И сейчас прозвучит зачин. Okay. So, prarthana, two prarthanas, okay. So, one guru Аж and два зачина. Ganesha. Гурур Брахма, Гурур Вишну, Гурур Дево Махешвара, Гуру Сакшат Парам Брахма, Тасмай Шри Гураве Намаха, Вакра Тунда Махакая, Сурья Коти Самапрабха, Нирвигнам Гуру Медева, Сарвакарьешу Сарвада. One more. Сарасвати Намастубхям, Бараде Камарупини, Видьярамхам Каришьями, Сиддхир Бхавату Ме Сада. Зачин прозвучал, и, собственно, мы теперь будем разглядывать возможные способы классификации алфавита. Есть ли? Yes. So you'll be translating. I'll be saying each sentence and it yes. was that. The shorter the sentence, the higher the possibility that I will translate most of what you say. Sure. Yes. So, firstly, Varnamala has got swaras or vowels in the beginning. Okay. То есть мы, когда мы начинаем учить Деванагари, мы начинаем учить с согласных. Так и в Индии. Но когда мы начинаем их рецитировать, то, конечно, они всегда начинаются с гласных. И гласные в Индии последние 3000 лет называются свара. И эти свара бывают, соответственно, простые, краткие и долгие, и как бы сложенные из двух. То есть и простые, и сложенные. В общем, подвиды гласных. So until au, it's like a, a, e, e, u, u, r, r. Excuse me for this. It's l, not r. It's l. Okay. L, a, i, o, au. That's all. Until here are the swaras. То есть до ам, ах, анусвару и висаргу мы относим уже к согласным. Вот первая строчка, кроме последних двух, это все гласные. Это все гласные санскрита. Then, so we have long, short, I think you explained it, right? And Let's go back to the first slide and you show what is long, what is short. Who, can you read out the short ones? Yes. So the short ones are A, I, U, R, L. That's okay. Five short. У нас пять кратких гласных. А, И, У, Р. Их пять. And the long ones? No, Л is also there. Okay, Л, да. Помимо Р слоговой краткой, Л слоговая краткая. Л тоже краткая. Then we have long. А, И, У, Р, Э, Ай, О, ау. Значит, у нас how many long ones we have? Five plus one, two, three, five plus four, nine. Сколько у нас долгих гласных? Кто мне скажет? Восемь. Семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, восемь. У меня тоже получается восемь. Значит, А, И, У, Р, Э, Ай, О, Ау. Да?
То есть, видите, не над всеми долгими гласными стоит знак долготы. Да? То есть визуально у нас не всегда стоит, значит, значок макрон, вот такая черточка, она не всегда присутствует даже в долгих гласных. Okay, eight, not nine, eight. Okay. A, E, U, R, L, no long. It's there only technically. So I was counting that L is not there technically. So only eight. A, I, O, O. A, E, U, R, A, I, O, O. L, Right. Long, not there. Okay. Then, next ones. We have plain letters and diphthongs. Plain are all except I and O. I and O are called diphthongs. All То есть others are plain. Все, кроме I и AU, они простые. I и AU, они составные. То есть дифтонгические. Then we have vyanjanas, vyanjana or consonants. The first one were swara, the second is vyanjana, consonants. То есть у нас есть санскритская терминология. Она не обязательно вся восходит к восьмикнижию, но вот тем не менее, значит, ну, пожалуй, во всех грамматических традициях согласный называется именно вьянджана. И главное, что мы должны запомнить, что у нас 5 варг, 5 рядов. И есть, значит, запредельный, за пределами варг согласный. Ясдили? Then they are categorized as varga letters and non-varga letters. Varga group, non-varga non-group. Okay. That I translated already, right? So these are the varga letters. Ka, kha, ga, ga, nga. There are 5 and such 5 lines are there. So 5 into 5, 25 letters are varga letters. То есть середина этой таблицы — это именно варги. То есть первая строчка к ним не относится, и последняя строчка к ним не относится. Но вот каварга, чаварга, таварга, таварга и паварга, они так и называются. Берется первый элемент и добавляется слово варга. Варга – это ряд. Okay, and then we have non-varga. Then we have ayoga vahas. Ayoga vaha. There are 4 of them, but I'll show you 2. Okay. And I'll explain the other 2 later. Есть 4 айогавахи, Уша покажет 2 из них. So, these are the am, aha. The anusvara and the visarga. They are called. They are not am and aha, but without this a, they are m and o. So, I can't say that. That's why we have am, ah. So, that we have a am и ах относятся к айогавахам. Но так как мы не можем отдельно произнести «м» и «х», то мы для ради удобства добавляем «а». И поэтому мы говорим «ам-ах» не потому, что там стоит «ам-ах», а просто потому, что иначе нам неудобно произносить. So they are, the other two are, oh, okay, they are not appearing here, yeah. So you can see these. So other two are the visarga that comes before ka is called jihvamuliya. The visarga which comes before pa is called upadmaniya. And the pronunciation differs. When it is before ka, it's ah, very sharp. Before pa, it's af with the lips. Вы ни в одном из наших русскоязычных учебников не найдете указание на то, как произносится висарга в сочетаниях перед «к» или перед «п».
То есть на самом деле не только, значит, то есть висарга тоже бывает разная. И, например, это один из признаков, по которому, если вы будете сдавать санскритские экзамены в Индии, то есть мы принимаем санскритские экзамены, когда в конце вот мы принимаем зачет в конце нашего очередного курса рецитации, мы сдаем их по тем же критериям, что в Индии сдают индусы. То есть, например, если вы висаргу прочтете так, как будто бы она ничем не отличается перед П, это сразу минус. То есть как раз по этим всем тонкостям и определяется рецитатор. Оно может встречаться на 100 стихов один раз, но тот один раз вы не должны споткнуться. Вот, получается, что... Ну вот это ровно то, о чем я хотел заранее сказать, что есть вещи, которые в Индии передают от наставника, но о которых в наших европейских учебниках никто еще никогда не писал. Вот, из тех доступных вам книг. Вот. Поэтому вот, собственно, Уша дает две аёга-вахи из четырех всего. Про эти тонкости дальше не будем. Про такие тонкости мы говорим уже непосредственно на занятиях, когда они встречаются. Yes, Didi? Yes. So the consonant categories become two kinds. I mean, one is like varga and non-varga, and other there are many other kinds of categories. Let's watch one or two of them. То есть алфавит существует в двух измерениях. И варги или отсутствие варги – это всего лишь одно из измерений. So by varga, it will become the letters I'll show you. I'll first read out what it means. Varga prathama, varga dvitiya, varga tritiya, varga chaturtha, varga panchama. So what are those letters? So they are these. The varga prathama, if you see vertically. То есть если мы берем столбики, то есть если мы берем столбики, это тоже варги, но они уже имеют название согласно порядковым числительным. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Then horizontally they will mean something else. We'll come to that later. То есть красота санскритского алфавита в том, что его можно читать слева направо и сверху вниз. There are again two kinds, alpapranas and mahapranas. This is the second kind of categorization. Следующий способ классифицировать это с без придыхания и с придыханием. Непридыхательные и придыхательные. So the second letter and the fourth letter of the varga. All vargas. This is ka varga, cha varga. То есть во всех варгах второй и четвертый столбик это придыхательные. So they are pronounced with more breath. That is why they are called mahaprana. We need lot То of есть strength. Для того, чтобы это придыхание состоялось, нужно больше выдыхать, как бы резче выдыхать. И поэтому махапрана – санскритский термин для придыхания. Others are called alpaprana, less breath. Альпа означает «мало», то есть альпапрана – это там, где меньше праны, то есть непридыхательные. So one, three and five alpapranas, two and four mahapranas. Okay. Then we have kathora and mridu varnas. Okay, so kathora is hard consonants and mridu are soft consonants. Okay, they form one and two kathora or parusha. Kathora and parusha, one and the same, very hard. The third and fourth are soft. That is, they are soft. Третий и четвертый, они мягкие. Мрду от, значит, мягкие. Первый и второй столбик, катхора, ну не грубые, а не, ну как бы твердые, скажем так. Varga panchamas are alpapranas. They are not maha. Sorry, they are not parusha. They are mrdu. Okay, they form mrdu. Okay, they are soft. Пятый столбик тоже мягкий.
Now let us see what are the swaras. So this one is the hraswa, this one is the dirgha. You can just watch. This is only hraswa is available in Sanskrit. These are the vowels. And these are the, they are called vakras. I don't know if it's there or not. Let's not go into it. And these are the anuswara and visarga, ayogavahas. Okay, so they come under swaras only because they are never, its name is anuswara. So with swara only it is able to be pronounced. Same with visarga. То есть анусвара, она именно идет следом, она не может быть самостоятельной. Именно поэтому мы и ставим ее после такой пустышки в виде А, потому что она не может висеть сама в воздухе. Then we come to consonants. All vyanjanas are 33 in number. The vargas letters 25 and the 8 letters non-vargas. So they are all 33 in number. So let us see. То есть всего согласных 33, из них варговские 25. So, ка, га, ма. All these are, you can listen, like I say again, ка, ка. This is Alpa Prana, this is Maha Prana. And this is Parusha, this is also Parusha. Ga, Gha. Both are Mridu, but this is Alpa Prana, this is Maha Prana. And Nga is nasal, nasal sound. All the Varga fifth letters are nasal sounds. Okay? Then Cha. Cha, ja, jha, nya, ta, tha, da, dha, na. These are cerebrals. Ta, tha, da, dha, na. Pa, tha, ba, dha, ma. Ya, ra, la, va, sha, sha, sa, ha. Okay. These are the total varnamala letters, consonants, vyanjanani. Это все согласные санскрита. Then, Varga 1, 3, 5 are Alpa Pranas. То есть первый, третий и пятый столбики это непридыхательные или Alpa Prana. Varga 2, 4 are Maha Pranas. Let me второй и четвертый столбик это придыхательные или Maha Prana. Varga 1 and 2 are hard consonants. Первый и второй столбик – это твердые согласные. Varga 5 are anunasikas. I'm sorry for the typo. Anunasikas. Okay, they are anunasikas. Пятый столбик – это анунасики, то есть носовые. So they are said along with the nose. То есть должен быть носовой призвук. Okay. So please, you have to watch it or vertically. If you see vertically, these consonants will be categorized. Мы смотрим вертикально, сверху вниз. То есть варги бывают разные. Горизонтальные и вертикальные. Somebody said something? No, Katya will turn on their sound. Not an issue. Okay. Может быть, one moment. Есть ли уже сейчас вопрос? No, let's move. Надежда, что? Можно гласные еще раз, потому что вот
Эль, как они все-таки произносятся, вот это ри, Но я не это, понимаю. Надежда, подожди, давай Я так, очень это хочу уже, понять. это ты услышишь уже на занятиях, в смысле, ну то есть здесь наша задача дать общее понятие об устройстве. Не переживай, мы столько часов уделим этим гласным, сколько потребуется. We move on. So we will see places of articulation, where they are coming from. Different places in our mouth, where they are coming from. То есть вы помните, да, что я рассказывал, что у нас пять мест артикуляции в ротовой полости. А, ка, ка, га, га, ма, ха. And висарга. Okay? These are all coming from the kanta. Okay? They are coming from... Can you turn your head to the side and show where your kantha is? I mean, when you put your finger, nobody actually sees where your finger is. Can you put your head like on a side like and show on your face where the kantha actually is? Where are the five places? Okay, so kantha is here. Ka, from where you say ka? Ka, kantha, this place. Kantha – это горло. Это горловые. Ka, yes, same place, okay? Can you read them out, please? Yes. A, ka, kha, ga, gha, ma, ha, ah. Это все горловые. Когда вы произносите гласную «а», она у вас откуда исходит? Вот вы когда сейчас, например, у себя произносите «а», где вы чувствуете, она, откуда она исходит? Она исходит из горла или нет? Из горла. Из горла? Да. У всех из горла исходит? А? У всех, у всех. Да? А обратили ли вы внимание, как уши открывает рот при А? Уша, can you please read out the А свара once again? А. А. Вы видите, насколько открыт у уши рот? Я смотрел за вами и должен заметить, что никто из вас при произношении А рот не раскрывал. Мы следим за вами. Let's move on. Right. So the next place is Talu. Talu is this part. This part is Talu. From where you say e, cha, cha. So it comes from this place. Okay. То есть мы движемся дальше вперед в ротовой полости. Уша, can you show all the before you actually go inside each of them? Can you show all those places on your, let's say, face? I mean, like Talu here, Murdhanya there. Can you show them before we actually start? Okay, right. So, Kantha, Talu, Murdha. Inside the mouth, the roof you of can the show, mouth. We can show with the finger where the murdha is. I mean, you still can show it. Okay, murdha, danta, koshta. То есть смотрите, у нас получается в ротовой полости. So can you show please once again talavya and murdhanya? What's the difference between them? Okay, talu is, this part is used. Can you turn your head right? Yes. Okay. So this part is used. То есть во второй, значит, варги задействовано вот это место. And when the murdhanyas come in? Murdhanya is coming, we directly touch at this part. То есть мы касаемся самого высокого места в ротовой полости. Нёба. За буграми. То есть вам нужно четко понимать, в каком месте каждый звук образовывается. Это происходит не произ... это не происходит непроизвольно,
потому что в русском и английском схожие звуки образовываются в других частях ротовой полости. То есть от того, что у нас и тут, и там «т» или «к», это ничего не означает. У нас задействованы разные органы в разных местах. Yes, Didi? Okay. So, then, «и», «ча», «ча», «джа», «джа», «ня», «я». So, these are from the talu, this part. «И», «ча», «ча», «джа», «джа», «ня». Вы чувствуете, как у вас язык, скажем так, создает препятствие здесь, в ротовой полости, при наших палатальных согласных? Вы прям чувствуете, как в этом месте возникает напряжение? Да? То есть смысл согласных в том, что возникает некое препятствие на пути воздуха. И оно должно возникнуть именно там, где оно должно, иначе будет нечистый звук. Once again, Usha, what are the sounds? И, ча, ча, джа, джа, ня, я, ща. Okay? Yep. Then we go to the Moothanyas or the cerebrals. Р, та, та, да, да, на, ра. То есть церебральные, они не только те пять, что варговские, но вне варговские тоже они церебральные. Once again, the cerebrals. Р, та, та, да, да, на, ша. Видите, насколько приспущена челюсть у уши? What are you doing with your tongue in the Murthanya Varga? Can you show me your tongue with a hand? With a hand, sure. Let's make this если ладонь, это, точнее, you are a bit out of the screen. Can you move inside the screen? Okay. Okay. Если одна ладонь, это верхняя часть ротовой полости, купол. Then this is the tongue. А вторая ладонь – это язык, то вы должны запереть на непродолжительное время поток воздуха, касаясь нижней части у кончика языка купола за буграми. Okay. So, then, dantya, the teeth, actually we are saying it from a little back side of the teeth. We don't touch the teeth always. We sometimes tell it with the back side of the teeth. В зубных мы не обязательно касаемся зубов. Мы можем находиться за зубами, за верхними зубами. То есть зубные не равно касание к зубам. Л, та, та, да, Dha, na, la, sa. All these come from the teeth, back side of the teeth. Ta, ta, tha, da, dha, na, la, sa. So where is your tongue, Usha, for example, in ta? Ta, it's behind the teeth. Ta, ta. When you say behind the teeth, I don't understand. Can you show where is your tongue? I mean, if your one hand are the teeth, where are you? Where is your tongue? Just behind it. I mean, this alveolar. No. Can you show not with one finger, but with whole hand? Where is your tongue? I do not know how to show, but I'll try. This is the teeth. So this is the back. Значит, ушные пальцы это зубы. So this is tongue here. Внизу, значит, язык. So the tongue is going upwards. The end of the tip of the tongue is going upwards. Yes,
Yes, the tip of the tongue touches the back side of the teeth this way. То есть получается, что мы, приподнимая язык, кончиком языка касаемся... Что касается? Что мы касаемся десен, получается. У нас же за зубами десны начинаются. Значит, касаемся кончиком языка десен верхних. Then labial lips. У, па, та, ба, па, ма. And упадманиха. Okay? The уф. Okay? So all these are from the ошта lips. И последние губные. Once again, the ошта. У, па, та, ба, бха, ма, and уфпа, уфпа. So before па, we said уф, that sound. And some people say the фа, it's фа, it's not фа. If it were фа, it will become dental. Фа needs right. the teeth. So this right. is падманья. So the lips is the place. That sound. Right. Then we have combinations. Дантоштам. The labiodental. The lips and the teeth. We have ва. Ва. Губно-зубные. Зубно-губные. Then we have, oh, it's end. I only prepared this much, but I can tell more. Okay. Right. So, I don't have the presentation, but we can continue with some more details like the Gunitaksharas, the Samyuktaksharas, all that. Do you want to have that? I can show it on the writing. Okay. Yeah, sure. We still have time. And I mean, yes. they don't have any questions, even though I asked, so. Okay, fine. So let me make the arrangement. Give me a moment. Пока у нас технический перерыв, не возникли ли вопросы? Сразу очевидно, что я пропустила 5 занятий. Да? Если бы я это все услышала сразу с первого занятия, а не просто читала по учебнику Кочергиной, у меня бы, может быть, и не было таких проблем. Но сейчас твои проблемы все улетучились? Ну как они улетучились? Это же надо, считай, все сначала. Мне надо сидеть вот и просто перед зеркалом свой рот... Перед так, зеркалом, конечно. Зеркалом и просто его ставить. Значит, я не знаю, кто у меня, твой iPhone. Подожди. Кто у нас iPhone? Просто я когда... Вы не называетесь нормально, не знаю. Пусть iPhone представится, тогда я отвечу на его вопрос. iPhone пишет просто в сообщении, я не хочу отвечать, если не знаю, кому отвечаю. So, can I use a Sanskrit PPT? You can do whatever you want. We have time. I can speak in the meantime. You just prepare whatever you want. You have a bit more time, Usha. Okay. You do what you want. I have some time. Right. Итак, iPhone не представился, значит, вопрос тогда вычеркиваю. Да. У меня вопрос, пожалуйста, по поводу зубных. У нас на первом месте стоит L с точкой внизу, да. И в конце L и S. Вот это произношение L. Л, л, и последнее. Вот в смысле, Л, которая разница между Л слоговой и Л согласной, вы имеете в виду? Ну, вот у нас там зубные. Л с точкой. Л, л. Это Л слоговая. Слоговая. А в конце? Л. А Л в конце согласная. Согласна. Слоговая согласная. А послушайте еще раз произношение.
Сейчас, давайте запишем все вопросы сперва. Значит, вы хотите, значит, L Маркетирующий. слоговую, L согласную. Да, значит, это Валерия. Все, так и говори, А, значит. что-то он, вот так он не определился просто, я не знала, что он не подписан. Вчера это Ясно. все Значит, нормально. вот так мне все понятно. Вопросов, значит, что ты хочешь узнать? Повтори. Ну, там вот в первом ряду по горизонтали и в пятом ряду по горизонтали. Последние знаки выделены, вот эти такие вот, как Душки. дужки, да. Это Это что? уже Амбразура. эзотерическая часть для бытовых нужд, тебе не, в этом нужды нету. Это Это анусвара. Больше интересуют исторические. тонкости уже, не Понятно. требуемые для ежедневного употребления. То Понятно. есть Но в это... сочетании перед «к» и перед «п» они возникают, то есть редко возникают. А, Мартис Юрьевич, Да. вопрос. Да, ходишь. А вот анусвара у нас все-таки она к какой части относится? Она губная или заднеязычная? Ну, то есть где ее все-таки Сейчас давайте произносят? спросим мужа. Usha, can you please turn back the slide you had, like with the Anusvara? Where does she belong to? Is she the Panchama Varga or Dan? Where does Anusvara belong? You have turned on your mic? Well, you'll never know. Anuswara doesn't belong to any group, it's Ayoga Vaha. Anuswara, Visarga, Jihvamuliya, Upadmaniya. These Помните, four у belong нас четверица за пределами, значит, нашего измерения, за пределами носовая, не носовая, то есть она вне категории. Анусвара вместе с Висаргой и двумя нашими душками за пределами. Ну, то есть мы когда произносим, что, где мы чувствуем это произношение? Ну, Where does we feel the pronunciation? Where is our tongue in the case of the Anusvara? tongue is nowhere. Tongue is not involved. Can you show what does it mean? A tongue is not involved. Tongue is not involved. We are using When you say not involved, what does it mean? The tongue is lying, the tongue is stressed, what is it? So tongue is down. Tongue is in its own place. Tongue То is есть doesn't move. язык It's in the никак tongue. не задействован при произношении анусвары. What is involved? Only the lips are involved and the nasal sound is involved. The nose sound and the lips. Like ma, same like ma. Anuswara is like not. Рубля я заказала. Одеваемся. Пожалуйста, отключай. То есть так же, как и в М задействованы губы и носовой призвук. Ну, то есть, просто когда мы обычную произносим согласную, то у нас там больше задействованы губы. Мы. А здесь в анусваре получается, мы все-таки вот этот носовой призвук прибавляем, кроме губ. Сейчас, давайте так, я пытаюсь понять, как сформулировать. Значит, вы Почему сказали... я спрашиваю? Потому что вот в книгах, допустим, вот анусвара, она как бы отличается по произношению в описании. То есть это куда-то здесь вот... В чьем описании? Давайте начнем тогда с этого. Ой, ну сейчас вот не скажу, просто часто встречается, что Где это... встречались, да, в смысле именно в руководствах и к действию, да? Да, ну получается, да, вот там, допустим, где есть информация об учении там к мантрам и так Да, далее, да, да, вот да. есть этот звук, который Вот если вы мне уходит сюда. покажете вот это обучение, я вам покажу те курсы, которые я знаю на английском языке. Вы на английском это вычитываете или как? Нет, нет, это уже в переводе, В естественно. переводе. Ну вот если вы покажете это, я готов прокомментировать внимательно. Я вам могу показать английские пособия для санскритских рецитаторов. То есть ваш вопрос в том, что обычная носовая «мы», что она более что ли какая? Вот смотрите, я, например, сейчас произношу просто мэ, мэ. Тут у меня звук впереди, а могу произнести м, м, вот сюда.
Вот Хорошо. где Я понял. этот В звук? смысле, звук или вперед, или звук как бы вверх. Вот сюда, да. Да, хорошо. Надеюсь, уши меня Хорошо. понимают. Уша? Ага. So Хадижа has the question, if the M as the Panchama Varga, it's like sounding like it's like going in the direction of the mouth. So it's like an so the sound is here, like is where it comes from, right? Yes. So in the lips, Right. right? So what she tries to do when she has when she deals with the anusvara, she has read out it in from some manual that in the case of the anusvara, it should not go to the lips, it should go upwards, like like here, if you see me, it shouldn't go that much to the lips, it should go upwards. Oh, I Ну, то didn't есть hear там нет anything. разницы. Хадиш, можешь ли продемонстрировать, значит, so I ask Хадиш to show what she thinks it should be like. Сперва тогда М, а потом выход в космос. Тогда Хадиш, пожалуйста. So this is the panchama. Да. No. И Не спешите, не спешите, не спешите. Значит, панчаму уши забраковало. So, what's wrong with the panchama? I mean, two things first. This is not for the normal pronunciation. It might be something from the mantras, something from the tantra, or something for other purposes, and not Varnamala, and not general pronunciation. That's Ну, what то есть, в I think. смысле, Уша не отрицает такое толкование, но не в рамках базового обучения алфавиту. А, То есть понятно. это не... Нельзя сказать, что это неправильно, но это не имеет отношения к алфавиту. Понятно. Понятно. Спасибо. Thank you. Dhanyavaad. Что еще? Какие у нас были вопросы? Марсель, кажется, писал, но я не хочу заходить, в смысле, в записи. То есть просто вы озвучиваете свои вопросы сейчас, пока уши готовятся. Включите микрофон и озвучьте. Да, у меня вопрос. Все-таки ва, он ва или уа? Ну, тогда задаю этот вопрос на английском, собственно, уши. Ушаджи, I have a question about ва, вакара. How should we pronounce it? Like ва or like уа? It said that Danta Oshta. Danta. We will all go by the places which are told by the Shastra. So Vakarasya Danta Oshtam is the sutra. So Va Danta Oshta. Danta is the teeth. Oshta is the lips. Va. Va. So it cannot be Va. Va will be labio. It will become То the есть, если бы Oshta это only было Oshta. бы Va. английская двойная В, было бы чисто губной звук. А так как предписано, что звук должен быть зубно-губной, то это обычная деревенская русская В, но никак не английская W. У меня вопрос просто потому, что я слышал и такое произношение в том числе. Я не знаю почему, откуда оно идет. Не шастрическое. I have a question because sometimes I hear also wa. It's pronounced like wa, not like va. Who pronounces it? I mean, in the we have two. From which pronunciation have it heard? Have you Где ты heard? этого набрался? It was some Vedic recitations, I believe. Then that is wrong. I don't think there is something like that. At least I am not aware of such sound. What I am told is va. За 40 лет Уша не встречала такого и считает это неправильным. Okay, thank you, Ushaji. Больше вопросов нету? Да, есть еще вопрос. Вот первый Давай. ряд по горизонтали, там, где написано Ха, и рядом еще оранжевое, да, выделено Ха. И рядом еще Ха, то есть с двумя точками. Только не произносится по-другому. Это что? Можете
Если ты хочешь понять разницу между ха без точкой и с ха, которая из двух точек, в смысле разницу между висарга и просто ха? Да, да. Или, или это просто написание такое, или я запуталась? Не-не, подожди, подожди, не спеши, не спеши. Смотри, у нас есть ха двух видов. Просто ха и ха с точкой внизу, так? Да. Ха, которая с точкой внизу, это висарга. Ты хочешь понять, есть ли разница между ха и висаргой, так? Как они произносятся. Ну да, в смысле, есть ли разница, да? Да, да, да. Хорошо. Usha, is there a difference between the ha and the visarga? So ha is the visarga is lighter than the ha. Ha is very like sharp. I don't know technically how they are differentiated, but what I tell you from what I hear, so we say ha and ah ah. So ah is the visarga. So it's very undefined and it's the sound is short, but the place of articulation is the same for akuha visarjaniya. So place of articulation is the same. Maybe the prayatna is different. That's то есть различается, Валерия, только усилие. Место артикуляции тоже. Ну, собственно, усилие и долгота звучания, следовательно. I also have a question about ha and ah. So, is ha mrdu or kathora? Of course, kathora. Sha, sha, sa, ha are all kathora. I didn't tell you about that, right? Yara, lava are soft and sha, sha, sa, ha, all four are kathora. Thank you. Dhanyabad. Thank you for raising this. You completed the thing. I didn't cover it. Yeah, good. Больше вопросов нету, да? Хорошо, тогда мы пошли дальше. Usha, we are ready to continue. Okay, right. So I could prepare only some part of it, but I got a very beautiful idea how to present it. Okay, I'll show it to you. Show it to you. So give me some moments. У нас есть Елена, которая выглядит как черный туман в белом молоке. Она может или явить личико, или как-то что ли более человеческий вид принять? Ага, спасибо. Это я, что ли? Я не знаю, когда ты как черный квадрат, я в тебе не признаю, значит. А, может, ты хорошо не видна. Тебя я в ночью узнаю. А есть другая еще Елена. Okay, shall we continue? Yes. Yes, okay. So we have something called Gunitaksharas. Gunitaksharas are the representatives of the swaras. That is the vowels. The vowel sounds have some sanketas, have some something which represent them, which show them. Okay. So those letters, let us try to learn. A doesn't have any gunitakshara, but A has one danda. Okay, it looks like this. Okay, and it is added to consonant to make it long. Like if we want to say ka, okay, then what we do? We go to ka. Okay, oh, it's very bad. I'm sorry. Yes, so ka plus. Sound we want, it becomes, please mute your microphones, this is a request. So it is ka, so it will give the dirgha. Okay, so this way I'll show with ka all the letters. Okay, then this e, if we want to have the short e, then what we do, we go to ka and put one short e marker at the left of the ka. It looks something like this, but it is put in the left side of it. Oh, mark it. Could you please mute people? No, I cannot mute it. Katya is doing that. Okay, right. Katya, thank you so much. Yeah. So
So this is ki, right? And same way for all other letters also. For to add to one consonant, if we want to add, okay, I'll tell you which letter it is in the swaras. So in the swaras, it's the long a. Okay, so it is in the English. Okay, if you want to add, then you do this. Okay, you do this. Then if you want to add this letter, okay. So this letter is represented by this symbol, and what you do is you put it at the left side of each letter E. Okay, so E. Then if you want to make E, so what letter is that? It's this. Okay, E. So how will we put it to the consonant? We want to say ki. Then we do ka plus e. Okay, it will become ki. So let me show it to you in the print so that, okay, here it looks like this e. Okay, then we have u. So here this round, you observe this round is given in the font to show the letter. So to the letter it comes to the left, to the letter it comes to the right, to the letter it comes to the down. Okay, it comes down the this one. So next, then u, ka plus u. The u will be like this. It will be put down. Okay. In the same way. Okay. This letter is this in the Devanagari swaras. In the swaras, it will be like this. In English, we write this. Then we go to u. Okay. So this is long u sound. It will become, it will also come down the letter ka plus u, sorry. Okay, it will become u. Okay, then excuse me for this extra. Okay. Could you please mute? Then then r. Okay, so the r is this letter. It's written in different ways in different fonts. Don't worry about that. So in English we put r dot. So that will come as a another shape. That shape is this. It will also come down. Okay, krip, right? So krip. Then how many more are there? K, kai, ko, kau. No, kl is also there, but we don't use it much, so I'm not writing that. Then K, kai, ko, kau. So they will come above the letter. This horizontal line is there, so they will come above it. So we write like this. Okay, equals to. So the shape looks something like this. So people write it without this round, sometimes just like this, or sometimes they put it like this, or you may find something like this, just a small на конце может быть капелька или петелька. So it is written like this in the swaras, and we use this letter in English. I wish I learned Russian. I would show the Russian letters. Громче, Надежда. Это кай было или что? Это звук я не поняла какой. Нет, это просто в конце был просто э. А это к. Нет, ну да, это было к, то есть и отдельно э. К плюс э и просто э. So there is a
an explanation I want to give. This is A in the Swaras and this is I in the Swaras. But in the Swaraksharas, this one line is A and two lines is I. So that is one I wanted to give. Okay, so here you observe there is no line, it's A, one line I. But то есть справа – это когда они стоят отдельно, а слева – когда они в комбинации. Then we have O. O, it is on the right side and up also. So right side and up. Same like O, we write it with A and put like this. There is a theory where, I mean, I just for interest, I am telling you, like O is like this. For A, we put this marker, then it becomes O. For A also, there is a way of writing it. I mean, I saw it somewhere. I don't know if it was in practice sometime, but they wrote like this. So they write A and they put A ki matra. So this matra will make it A, but no, it is. I didn't see it any time in any kind of usage. Okay. Если вы захотите кого-то удивить, то вы напишите так, как было написано уши справа сверху. Такой способ записи A должен сразить человека на повал. So I try to write it here. O and then cow. Cow will be ka plus cow. And people write it different ways, okay? So please don't worry about that. Both these like this, or some people write it like this also. Okay, so they Нет, это не телевизор, это диакритика над К. Okay, this how. So it is how. And this Devanagari letter, same way. Just this. So this is, these are the swaras, they are called swaraksharas or the symbols of the vowels, vowel symbols, we can say that. And they can be added to all the consonants. You can replace this ka with the cha, okay? And then we have cha, cha, chi, chi, chu, chu, etc. Okay, then we can add them to ba, then we have ba, ba, bi, bi and all that. Okay, so I'll show you one more letter. Just the ra is different. I'll show you the ra letters. Okay. So ra, ra, all others are same, almost the same, but just ra is different. Re, re, ru, ru, it should come here, right? Other, normally it should come here. This is ru, but no. Ru is this, okay? One hook-like thing on the right. Then ru should have been this, but it won't be that. It will be this, okay? Or? То есть отличается кардинально последние два. Ru и ru. Okay. Here it's different. And then there is no this letter. This letter... We write like this. We write this R and then give one hook on the above showing the R. So this is the tradition of writing R and R. So R Dirgha will be also the same. Okay. So the R element is this. So this R element, you see this R, right? It is not showing this and this. So this is wrong. And this is also wrong. We write it this way. So the ra element is here and the r, this element you see. So it is here as a letter. Okay. Then r, r. Then r, r is not there. Anyway, I'm not writing it. And then re, rai, ro, ra were normal. They were normally re, rai, ro, Rao. My writing is very good on the paper, don't worry. Okay, I write very bad on the screen,
But my writing is very beautiful. Don't worry about it. Okay, I'll show you my sample writing in the group if you need it. На экране Уша пишет хуже, чем на бумаге. People might think that oh, she writes so bad. Okay, because of the mouse and this movement is not very convenient. Если вам показалось, что Уша безграмотная, в смысле, и пишет как будто бы она куриными лапами держит ручку, то не думайте, вся вина на мышке. So these are the in the print you can observe. So this is U, R, R, L, A, I, O, AU. Okay. So these are the Gunitaksharas. Now we will move on to the next aspect, Sanyuktaksharas. Sanyuktaksharas are two consonants coming together. Okay. Let теперь us самое интересное. Скопление согласных. Скопление согласных, это их можно также назвать консонантные кластеры, или вот индийский термин самьюкта акшара. Акшара – это, собственно, наш слог, как базовая единица. Акшара – это буквально означает неделимое, то есть то, что более раздробить невозможно. So, this can become two, it is two kinds. One is the letter with the same letter, and the second is with the letter with another letter, say ch. Okay, so we have ch immediately, so we'll take it. So k plus k, it's written in two ways, the resultant. Okay, so it's written like this in some prints, some fonts, and some два способа записать сочетание к к. Some people write it like this. Okay. Down the, можно okay. сделать вертикальную, а можно горизонтальную лигатуру. Then, so this is the same letter getting double, the same sound. Но это тот же звук. So this can also be written in two ways. One is this, which is wrong. We don't use it. In Sanskrit, we have very complicated writing system. We write like this, and it's very bad. So the cha element comes down the ka. So it's like this. Let me write it again. The ka element is here and the cha is here. Okay, like this. So it can be the cha goes sometimes like this or sometimes like this. Okay, so both I have written. Okay, so this is two kinds of letters when they become two consonants come together, same consonants, different consonants. Okay, let us see that here. So these are the ka varieties. When ka is added to ka, it looks like this. When some other letters, this element, I mean, здесь показаны разные сочетания с к. Usually ka becomes half like this. This hook right side, it doesn't exist. Okay, it becomes straight. Хвост у К отваливается и выпрямляется, когда К становится частью лигатуры. Okay, and sometimes the letter comes in the right, sometimes it comes in the down, the second letter. Okay, the first letter, if it comes in the right, the K gets like this. If the letter gets the down, the K remains like itself. And like this, it becomes. So the ka remains its own shape. Okay, let's leave the lipi, Usha. Let's get back to the classification, maybe. Okay, what kind of? I mean, I don't know. Do you believe you have told everything that is in Varnamala? Yes, I mean these letters are important, so I thought I'll show them because people. Okay, I'll tell you the most important ones. Because okay? Lipi is long, and they are not here to come for to learn the lipi. Okay, then, okay, what else? Tell me. I mean, these are the, not lipi, I'm not teaching. Samyuktaksharas. You are showing lipi, and because some of them don't know even how to write a ka, so for them showing like how to got it, ka got it. Makes okay. it impossible. Fine. So the, Gunitaksharas and Samyuktaksharas, and what else? The Gunitaksharas over the Samyuktaksharas. This is what we have in the... Okay, so I have a question. Okay. Yeah. When we recite, Marcel is asking, should we use Devanagari? The best. Okay. Самые лучшие среди вас
Конечно, рецитируют на Деванагари, Марсель. В смысле, подглядывают в Деванагари. Jim has improved drastically after he shifted to Devanagari. I see him, I'm very happy. У нас есть один общий знакомый. Он создал сайт, есть такой сайт, Кёльнские словари. Все санскритские словари в интернете, у них один источник. Сайт Кёльнского университета. И за ним присматривает отставной профессор математики из Пенсильвании. Так вот, он частным образом занимается с Ушей, и Уша говорит, что она не узнает его рецитацию с тех пор, как он забросил латиницу и перешел на Деванагари. То есть результаты его рецитации резко пошли в гору с тех пор, как он переключился на Деванагари. So, let them, I'll show them the guru before the Sanyuktakshara, how it affects. Yes, let it be, but no lipi, please. No lipi, okay. So, let me write for them on this one, okay? Okay. Okay. I'll just show them in the English letters. Like, for example, there is kya, There is kya, okay? So, kya is a Sanyuktakshara, kya. Okay, so there is a, let me take rakta here. I'll take ta, I'm sorry. I'll take ta. Ka, ta, a. So this in English letters are three different letters, but in Sanskrit it is one block. Okay. And there is a sound of vowel, say rakta. Okay. So how people say it as rakta, rakta or rakta differently. Rakta. Есть два способа прочитать эти два слога. Ракта или ра икта. Okay, but it should be said ракта, ракта, as if this ра takes away this ка, and this becomes one block, and this та becomes a second block. But То we should есть, not. Хотя изначально, даже на уровне Деванагари, ра икта существуют как отдельные графемы, как отдельные слоги. Мы должны изначальный открытый слог «ра» сделать закрытым путем перетягивания первой согласной из скопления согласных. В скоплении согласных может быть много согласных, но мы возьмем только первую и для открытого слога ее перетягиваем. So if there is a andha, andha, andha is one block, okay, andha is written like this in Devanagari, okay, it's one block, right? So in English we have four letters, but in Sanskrit it's only one letter. What happens is bandha. So actually you say bandha, bandha, bandha. No, it's bandha. Un should be older. Okay, so that idea comes only from this when the na goes to this. I mean, I can show you only this way. Bandha. But you should not cut it like bandha. It's not ban and dha, but bandha. Ban. That should continue. Okay, so that we get from Devanagari Lipi very clearly. If we see this, we immediately become very conscious of this conjunct letter, and we start saying it with the guru. Okay. Уша проводит агитацию, чтобы вы пренебрегали транслитерацией при рецитации, и показывает визуальные преимущества письма Деванагари. Okay. So this is it. Anything else from me I can tell them? Maybe I we should really help them, but I'm lost. You can show me the way. Yeah. Right. Оксана Горностаева, как ты думаешь, о чем нам еще нужно рассказать? Что тебе самой интересно? Да, мне интересно все, что уж рассказывать. О всем рассказать невозможно. Нужно задать уточняющий вопрос. Not seeing Оксана until now doesn't make it a Sanskrit Sunday class. I mean, Sunday yes, exactly. Exactly. I'm feeling I'm teaching something else, okay? Not the Sunday class, okay? Thanks, Aksana, for coming up.
So I asked her if we have missed something, so she might know. Yeah, the general mistakes. Shall we... Оксана, готова ли ты продемонстрировать ошибки, которые делают наши, значит, певчие, значит, вместе с Ушей в дуэте, например, сейчас? Готова ли ты сделать экспромт? I have the document, I can share it. Yes, okay. Please, Usha. Yeah. What I wanted to say is you might want to have it a duo with Oksana now. So, for example, she's doing it wrong and you do it right, like, so to make the, to feel the difference, maybe. Марта Сергеевич, можно пока, может быть, Оксана думает, я вот мои ошибки спросить, которые на рецитации? Я не знаю, какие твои, ты думаешь, твои ошибки прям помнят наизусть все? Нет, я скажу, какие, я спрошу вопрос. Скажешь, какие? Нет, это уже, это уже конкретное занятие, вот на конкретном следующем занятии я готов уделить тебе время, но не сейчас. Я готов подробно тебе разобрать отдельно, но не всю секунду. А можно вопрос? Ты очень хорошо рецитируешь, Оля, понимаешь? Ты слишком хорошо рецитируешь. Нет, у меня вопрос про звуки. Вот будха, вот звонки, вот это... Оглушение звонких придыхательных. Вот это было красной нитью, что когда у нас радха была на прошлом зачете и в этом зачете. То есть обращали на это внимание, самый распространенный вид ошибок. Ага. И в основном это у русскоязычных. То есть это прям типичные ошибки. У других мы не берем. Хорошо, значит... Да. Usha, so Ola had that question about that Buddha became Buddha, so not enough voiced. So this issue of not enough voicedness of the Mahapranas has become a major issue. So that the Mahapranas become like they change the quality because I mean they say. They don't say Buddha, they say Buddha, like that kind of, that becomes an issue. Okay, so we will go by two things. One thing is the pausa aspect, okay? So before the pausa, we should be conscious of saying da. And the second one is the Mahaprana with again double. So Buddha, but don't stop after you say that. Holding should be there, but we should not stop there. Buddha. То есть секрет Будхой заключается в том, чтобы мы не замерли, но при этом приостановились. То есть приостановка не равно припадочная смерть такая, значит, что все, Будда, и мы зависли. Нет, мы призависаем, но не останавливаемся окончательно. А вот это дха звонкое, вот Владимир говорил дха, вот это дха, как ха или как ха дха. Олечка, у тебя имено под рукой есть? Да у меня-то есть, я бы хотела от уши услышать. Нет, ты мне скажи, у тебя имено сейчас под рукой есть? Ну я могу найти, да. Ну ты найди, а потом мы спросим уж. Там не у только... У нас есть такая шпора, где расписаны все качества всех звуков. И я вас призываю приобрести книгу МНО. Санки в санскрите. И там есть листок, такой вкладыш, в котором описаны все качества всех звуков. И вот Оля сейчас откроет этот листочек и сама ответит на свой вопрос. А потом я еще раз спрошу уши. Так, я, может быть, неправильно сказала. У меня вопрос, вот то, что говорил Володя, что... Смотря кто такой Володя, смотря где он это говорил и когда. Так, Владимир Если у нас... Если речь была Владимира Гераська во время зачета, то это один вопрос. Да. Но он всего лишь говорил, что ты оглушаешь там, где нужно звончать. Как бы в чем вопрос? Вот этот ГХ как раз, вот это сочетание ГХ. И, вот именно это... найди. Листочек у меня не в имено. Имено нашла, но листочек... Ну, так что тебе, чем тебе помочь? Листочек у нее не в имено. Листочек должен быть в имено. Да, вот, кто нашел листочек имено? Кто может сказать, где какая? Нашла. Да, Оля. Ну, какая она? Красная или черная? Дха красная. Ну, что это означает? Звонкие придыхательные. Ты уверен, что ты хочешь, чтобы я уж об этом спрашивал?
Я в плане того, как вот этот звук произносить. Вот когда Владимир произносил, у него В это каком как... слове ты хочешь услышать? Ну вот мы мантры там пели. Ну, я наизусть не помню, что ты когда произносила, в каком году. Ты скажи мне слово, я попрошу. Ну, понятно. Сейчас я Наверное, посмотрю. Ольга имеет в виду, где формируется сам этот звук, о чем Уша говорила, что где в горле, да, вот этот Я не вот... знаю, в чем. Я пытаюсь понять ее вопрос, и на каком примере она хочет ее услышать. То есть он вот говорил как бы дыха, В дыха, каком да, вот конкретном слове? В каком слове? Сейчас я поищу. Ну, она будет, получается, звонки, да, по идее, если я правильно поняла. Это по идее, а ее уже Елена интересует не идея, а практическая реализация. Ну, так понятно, но на примере просто быстрее соображаешь. Вот ну, так чем пример проблема. Же она мне никак не может дать, я же жду его, Елена. Ну вот, на Будха получается звонкий, а другой я не знаю, какой она хочет спросить. Я тоже не знаю. Usha, are you there? Yes, yes, I'm here. Can you read out, please, the word Buddha? Buddha. Can you read it a few times out? Okay. Buddha. 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 Vriddhi. Okay. Siddhi. Can you read out a few more of such kind? Okay. It's lovely just to look at you. Oh, Mark. I know. Okay. So, Vriddha. So I'll tell all Vriddha, Vriddhi words, okay? Vriddhi. Vriddhim. Vriddhya. Okay. Vriddhyai. Vriddhyah. Vriddhyah. Vriddhyam. Vriddhi. Vriddhyau. Vriddhyau. Vriddhi. Vriddhi. Vriddhibhyam. 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 Vriddhyoh. Vriddhyoh. Vriddhayah. Vriddhih. Vriddhibhih. Vriddhibhyah. Vriddhibhyah. Vriddhinam. Vriddhishu. Уша дала полную парадигму склонения слова «вридги», чтобы вы многократно убедились в том, как звучит это сочетание согласных. Thank you very much. Вы очень здорово. Спасибо. Ты удовлетворена? Ну, я услышала, по крайней мере. Я не готова повторить этот вариант. Упаси, Господи. Хорошо. Хорошо. Есть еще какой вопрос? Марк Сирович, в чате есть вопрос. Аум и ом, в чем разница? Usha, is there a difference between аум and ом? There is no аум at all. There is only ом. Не существует разницы между аум и ом, потому что аум не существует. Других вопросов нету? Вопросов в чате. Подождите, а что существует? Аум? Как, идет четыре буквы? Ну, если не существует три буквы, то и четыре не существует, и пять не существует, и шесть не существует. Спрашивают, не говорить тогда? То есть, я так понимаю, аум не говорить. Не говорить кому и когда? Просто вопрос, не говорить Любимому тогда. Любимому человеку можно все что угодно говорить, как бы, задача какая. Они, наверное, насчет мантры имеют в виду. Я не знаю. И когда я отвечаю, я хочу понимать, кому я отвечаю, на что я отвечаю. Абстракт... Произношение. Не говорить тогда в произношении. То есть в произношении будет говориться ом. Правильно понимаю? Ну, и человек на просто... Самом деле, на самом деле, в произношении ома есть секрет. Никто не может правильно произнести ом, если он не знает секрета произношения носовой. Но о таких вещах мы не говорим на открытых уроках. Есть секрет произношения ом. Все остальные омы звучат отстойно, пока вы не знаете секрет произношения носовой. И он проявляется только в этом сочетании. Тут есть тонкости. Но никакого ау, конечно, там нет. Это детский сад. Так, надеюсь, ответили. И следующий вопрос. Как произносить лигатуру из трех букв с точкой?
такой точкой. Я не понимаю. Рашинна, например, Рашинна. Вот привели. А в каком слове, например? Да. А, Лира, напишите, пожалуйста, слово. На чем разобраться? Типа в Кришне или что? Я не понимаю, что за Рашинна. Просто сочетание написали. Нет, не бывает такого сочетания в санскрите Рышин. Про это... Кришну спрашивают, скорее всего, да. Кришна там идет. Как бы в чем вопрос, собственно, Лир? Usha, can you please spell out the Krishna? Which one? Krishna? Krishna. 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 So, same. Shall I tell the whole paradigm? Yes, please. Okay, yeah. Krishna, Krishnam, Krishnena, Krishnaya, Krishnat, Krishnasya, Krishne, Krishnau, Krishnau, Krishnabhyam, 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 Krishna, Krishnayoho, Krishnayoho, Krishnaha, Krishnan, Krishnaihi, Krishnebhyah, Krishnebhyah, Krishnanam, Krishneshu. Лира, если тебе не хватило Кришны, значит, сейчас, то я не знаю, что ты за человек. Что еще волнует вас? У меня есть вопрос, организационный скорее. Да. На занятиях мы обязательно должны рецитировать этот заявленный текст, да? А нельзя ли рецитировать что-то другое? На занятиях каких? Слушай. Ты имеешь в виду воскресные занятия? Да, вот да? 10 часов. Собственно, ну смотри, у нас есть программа. Мы ее выбираем путем опроса населения, как бы что требует Ширнармасы. Ширнармасы хотят астрологию, мы им даем, значит, имена Шани. А чего хочешь ты? Ну, какую-нибудь поэму Калидаса, допустим, научиться рецитировать. Я, значит, смотри, поэмы Калидасы мы рецитировали в курсе, который назывался «Санскритские стихотворные размеры». Это был курс для тех, кто уже прошел базовую подготовку. Я не помню, проходил ли ты когда-либо базовую подготовку. То есть у нас есть курс, посвященный санскритским стихотворным размерам. Там мы рецитировали Калидасу. Это курс начинающий, поэтому здесь, конечно, мы никогда Калидасу рецитировать не будем. То есть надо пройти этот курс, и потом, возможно... По-хорошему, один раз надо пройти просто любой начинающий курс, любой. И потом ты как бы, ты имеешь право заявлять на что-то большее. А до тех пор как бы мы считаем, что... Сходу никто туда не попадает. Понял. Спасибо. Ну, то есть, как бы, если сейчас, например, ты не хочешь, ты можешь там через год, через два. То есть, не обязательно сейчас называется. Да, Надежда? Меня слышно? О, и видно. Вот мы писали соединение гласных с согласными. У нас же есть вот обычное «р» и долгое «р». «Р» слоговая краткая и «р» слоговая долгая. Да, вот как эта слоговая долгая пишется вот, в сочетании с согласными? Этого примера не было, по-моему. Ну, упаси Господи, зачем тебе сейчас этот пример? Ну, мне, допустим, я хочу прописывать, да, все согласные с вот, соединением, чтобы есть. Давай мы с тобой отойдем до третьего занятия Кочергиной, и тогда мы пропишем их. Ну куда? Куда ты спешишь? Ну, мне интересно. Ну, до третьего хотя бы дойдем. Ну, есть какие-то слова, где у нас есть вот это вот гласное «ридоте». Есть. Уша, they want the R, the dirkha R, the vowel R with the dirkha, a sample word where it occurs. Okay, so there is something called the word pitru, pitru. Okay, pitru is the pita, father. Okay, so for that we have the sixth vibhakti of the fathers. То есть в 19-м занятии Кочергиной дана таблица склонения Питер – отец. И в 6-м падеже, а в Индии падежи идут по номерам порядковым, в 6-м падеже отцов будет как раз встречаться эта буква, которую хотела Надежда. Р – слоговая долгая. То есть открываем Кочергину, 19-й урок, смотрим 6-й падеж и получаем удовольствие.
Страждущие, алчущие есть еще? Кому что-то не додали, не Не взвесили? додали. Спрашивают вас, на каком курсе смогут познать ОМ? Вопрос. На каком курсе смогут познать ОМ? Ну, приходите на имена Шани, и я попрошу Ушу раскрыть секрет. Она еще никогда его не раскрывала. От Давида вопрос. Бхаджа Говинда. Я так понимаю, что это предложение на следующий, наверное, поток. Ну, у надо нас разобрать. В стране 10 миллионов кришнаитов. Если мы начнем с ними конкурировать, я боюсь, они нас съедят, поэтому сомневаюсь. Вопросов в чате пока нет. Если у кого-то есть вопросы голосом хотят, то, пожалуйста, не стесняйтесь. Наши люди или потеряли дар речи, или еще не брели его. Не могу понять, каких тут больше, значит. Неужели так всех напугали? А можно я попрошу вот четко Ушу повторить вот каждый слог? Потому что Я не уверен, что я понял задание. Разговорной речи оно как-то нечетко прозвучало. Что вот когда она говорила прозвучало? Ка-ку-ки, вот это вот. Можно то есть еще сочетание, раз? Это... Сочетание с да. Ха с гласными, да? Да, весь ряд повторить, пожалуйста, четко. Ира asks for the combinations of ka and all the possible vowels, but in a more louder way, so she clearly hears like ka-ka-ki-ki, all these once again. Okay. Slowly. Yes. Сейчас уши выплюнет, значит, вам гласные. Ка, ка, ки, ки, ку, ку, кр, кр, кл, ке, кай, ко, кау. Таневат. Не хотел визуальный ряд, чтобы тоже был. Визуальный, если мне рисовать, как бы что вы. Нет, что было? Этот слайд был уже. Его нельзя повторить. Его писать надо, да? Его писать надо. Ну, такие вещи. Этим мы занимаемся уже на занятиях грамматикой. То, чего вы хотите. Хорошо. Это уже грамматика, это уже не открытый урок. Так. Еще вопросы. Да, значит, смотрите. У нас вопрос, я вижу, Оксана. Ага. Где и когда будет читать имена Шани? Смотрите, через неделю, 17 сентября в 10:00 в Зуме Оксана будет помогать вести занятия в Уше. Вот наша оперная певица Оксана помогает вести занятия и делает это уже несколько лет. Значит, занятия платные. Одно занятие стоит 750 рублей. Мы, соответственно, оплатами и расписаниями занимается Катя. Вы, возможно, ее уже знаете. То есть это все будет в Зуме по такому же принципу, как сегодня. То есть Уша один раз читает правильно, вы дважды повторяете за ней. Повторяет каждый. Ну, как-то так. Что еще? Если не владею английским, смогу ли попасть на курс? Смотрите, я тоже не владею английским, и тем не менее как-то, значит, справляюсь. Английский для освоения санскрита или занятия с Ушей не нужен. Я присутствую на большинстве занятий, несколько английских слов я уже подучил, поэтому, скорее всего, смогу понять, в чем проблема. Когда меня не будет, будет Оксана. Точнее, Оксана будет всегда. А когда меня не будет, вот она вам поможет. А когда буду я, помогу еще и я. То есть на большинстве занятиях я присутствую и являюсь сурдопереводчиком. На всех занятиях всегда присутствует Оксана. Марк Сергеевич, там еще есть вопрос. Вы пропустили немножко. Английский выше. Не нужен, иврит тоже. Да, выше английского. Разница имени Кришна. Видите?
Да, вижу. Можно сказать, в чем разница имени Кришна, используемого для Драупади в Махабхарате? Это, вы уверены, относится к алфавиту, в смысле, как бы, я сомневаюсь, что этот вопрос входит в рамки нашей компетенции. Он не про нас. Так, что у нас еще есть? Повторите весь список вопросов, пожалуйста. Литвиненко, что ты имела в виду? Гражданка Литвиненко. Какой список вопросов? Имеется в виду женское имя. В смысле, в чем разница женских имен между мужскими именами? У женских имен окончание «и» или «а». Поэтому, значит, если она женщина, она не может быть Кришна. Она Кришна, например. Понятно? Женщина не может быть на ни на что, кроме на «а» или на «и». Нет, то есть это не одно и то же. Уша, can you please, can I ask you for the reverse Варнамала? Okay. Значит, смотрите, алфавит можно читать не только слева направо, но и справа налево. Итак. Right now, I mean, we are closing. Yes. As there are no questions, and I don't see where it should go, we could read the reverse Varnamala, although we might continue after. Okay. Hasa shasha vala raya ma pha ba pha pa Nadha da tha ta Nadha da tha ta Nya jha jha cha cha Ma gha ga kha ka Ah am au o ai ke lir Это высшая степень сложности прочитать алфавит справа налево. Это то, к чему мы стремимся. I have an idea. What if we ask Оксана to give an example of how good a Russian recitator can become if he comes to the classes on a regular basis. So what would you want her to recite as a sample? She has that ambashtakam and all, so she can recite. So what would you want her to recite? Of course, ambashtakam, yes. Ambashtakam. Итак, значит, поступило предложение, значит, показать, что Оксана не только красивая, но красиво рецитирует, и, следовательно, мы просим продемонстрировать чудеса. Оксана вот ходила на несколько занятий уже, и вот как она начала рецитировать. Собственно, прошу слово Оксане. Да, но прежде... It's okay. То есть, смотрите. Тот размер, который сейчас зачитает Оксана, это уже усложненный размер. На наших рядовых занятиях мы обычно усложненные размеры не даем. То есть не пугайтесь. То, что она будет читать, это не тот уровень сложности, который будет в следующий раз. Что хочешь сказать в свое оправдание, Оксана? Нет, в оправдании ничего, я просто ищу текст. Вот, я Хорошо. Его открываю. Минуточку мне. You don't have the text, I'll give you. Just... Yes, I have. Yes, Оксана, yes. Оксана открывает свое сердце, потому что этот гимн живет у нее в сердце. Сейчас, значит, еще немного. Наши самые лучшие, значит, певцы, они выступают, значит, на разных мероприятиях в Москве. В частности, я надеюсь, я не исключаю, что 21 сентября в храме Кришны, значит, Оксана вместе с Хрис снова выступит с рецитацией нашей программы. То есть, если кто бывает в Москве, то
то имейте в виду, что мы ежерегулярно, месячно, в общем, что-то показываем и демонстрируем. Прилюдно. Да, я готова, открыла текст. Диди, what do you want? Only two shlokas or the all? Oh, I was thinking of one, but okay. Oh, one, okay, okay. I thought one, if Marcus asked for more, you can say маленький two. Фрагмент из того, что выучила Оксана. Малюсенький фрагмент. Давай два тогда уж раз. Хорошо. Так. Черти бхаванни кила керти кадамба тарувати шунаки патали коти рачару тара коти мани кирана коти карамбита пада пати раганга куча шати кавитва пари пати магадги пасута Готи кула дадика дхати мудара муха вирти расена танута. Кула тигами бхая тула валиджвала накила ниджастути видха. Кола халакша пита кала мари кушала кила лапошана набхах. Скула куче джала данила, каче калита лила, кадамба випине. Шула юдха пранати шила, вибхату хрида шайла, дхираджа таная. Ну вот всего два месяца занятий, и вот Оксана, собственно, значит, с нуля, значит, обрела такую форму, чего я вам желаю. В общем, приходите к нам, значит, на занятия. Мы занимаемся каждую неделю. У нас почти не бывает выходных. У нас уже было... Какие, Оксана, у нас были курсы? Помнишь ли ты, какие так, у нас... Да, были? У нас был Ганеша, Сарасвати. А вот буквально недавно мы закончили Навагграха. Далее у нас была Дурга, Лакшми. Что еще? А, Нарасимха. Шиву, по-моему, да, мы разбирали, если не ошибаюсь. Да, я попытаюсь сейчас найти полный перечень. То есть Хануман. Да, Хануман у нас был. Наши старые записи, они доступны в виде записей. То есть мы повторно тот же гимн никогда не проходим. Мы каждый раз берем новый гимн. Значит, я нашел перечень наших гимнов, собственно, и сейчас здесь в чате отправляю ссылку на него, и там видно часть правды, там видно не все, но вот эти гимны у нас уже были. Ганеши, Дурги, Шиви, Лакшми, Ханумана, Сурья и Сарасвати. Да, потом у нас Нарасимха был еще. Да. Вот. То есть, что будет после Шани, мы, например, даже не решили. Поэтому, например, Хадиш, если будет какое-то пожелание, его можно заранее озвучивать, и как бы почему бы и нет. Есть какое-нибудь, например, пожелание на дальнейшее развитие? Ну, пока нет. Я, конечно, сожалею, что я Шиву пропустила. Ну, ладно. Уже в записи. Угу. Ну, то есть, из того, что нами не пройдено, нет ничего, что хотелось бы дополнить, в смысле? Ну, давайте подумаем. Хорошо. То есть нам не обязательно замахиваться сразу на что-то большое. Можем что-нибудь маленькое. Может быть, какой-нибудь там есть набор мантр, который интересен. То есть нам не обязательно сразу вот прям гимн. Мы можем собрать свою сборную солянку того, что полезно в хозяйстве. И ее же и отрабатывать. Как бы, что-нибудь про Сурью, Марс Юрьевич. Кто промил? Сурья. Что-нибудь про Сурью. Ну так Сурья уже был уже, Промил. Сурья был, да. На Райну забыли, на Райну, Вишну. Ну, у нас не было запроса на Нараян, то есть мы можем предложить, но запроса не было. Мы же не будем с вами вдвоем его, значит, восхвалять. Соответственно, нужны люди. Ну, будет спрос, будет и Нараяна.
Ну как же, Сарасвати есть. Как же? Вот вы, например, в следующее воскресенье приходите, Ира, вот вы говорите, как же? Вы говорите, как же? А вот так же, что люди говорят, много говорят, мало делают. В этом как бы соль, что мы отбираем людей, которые не говорят, а делают. И делают люди, ну вот, не хотят они на Раяну, в смысле, вот не хотят. Нету. Вот смотрите, если вот с практической точки зрения, да, подходить, очень многие увлекаются астрологией, там есть определенные упаи, вот, допустим... Допустим, что? Вот у Мариам, у моей дочери, у нее да. Солнце в падении, естественно, ей надо каждый день восхвалять Сурью, и вот она пришла на ваш курс, и она эту стотру все время читает, как упаю. Как интересно было бы послушать, как она сейчас ее рецитирует, хотя бы разик, да. Можно ли попросить она... ее записать? Мы вместе придем на Шани. Потому да, что было бы интересно послушать, как именно, то есть как это в дальнейшем живет, потому что одно дело на занятии, а как оно в дальнейшем бытует, мне самому было бы крайне интересно. Тем более, ну, давайте, что... Да, давайте попросим. Попросите, пожалуйста, да. Значит. Хорошо. Вот, и с этой точки зрения, вот, допустим, Шани, Сатурну, да, вот мы сейчас изучаем, я воспринимаю так. Это тоже как упаю. То есть разумеется. Я уделяю этому время, обучаюсь, естественно, таким образом уважение Сатурну. И где-то нивелирую свои там кармические да, моменты. Да. Ну вот с этой точки зрения там, например, можно отдельно Венере, да, Шукра, там, не ну, знаю. Ну мы попробуем сейчас пойти по грахам, как бы посмотрим, как пойдет. Если такое вообще есть, да. Такое есть. Вопрос в том, что мы посмотрим, если людей на Шани будет мало, то мы, скорее всего, эту планетарную задумку и свернем. Мы будем судить по Шане. Если мы наберем крепкую группу, можем пойти и дальше. Если будет вот, слабый... Да, давайте попробуем. Скорее всего... Марс, это... I need to take leave now. I'm sorry not to interrupt. Not yet. What? Where do you have to go? I have to go out. So the call has come. Already we planned for past 2 p.m. It's already 20 minutes late. Okay. So... Okay. То есть, в общем, нам нужно поговорить о том, что вы хотите в дальнейшем. То есть, начинайте об этом думать, потому что... Хорошо. Хотите... You people can continue. I mean, I we cannot continue without you. So, let's just have the finishing words. And the Varnamala, let us close our class, and then we meet in 1 week from now. Okay. I'm really sorry. I have to go in. Уша хочет сбежать, поэтому мы ей даем отступную, то есть прочитать алфавит, и тогда мы закрываем наш, значит, нашу встречу. Yes, Уша. Okay. Ta cha da da na, ta cha da da na, ta cha da da na, pa pa ba ba ma, ya ra la ba sha sha sha. Спасибо. До встречи. Дханьявадах. До свидания. Дханьявад.